What drink do you like? Water. Huh? Water. Vodka? No, not vodka. Water. Water, yeah. Water, yeah, okay. Я еду к мистеру Джонсу, звать его Лорен. Ему, как я сказала, 90 с чем-то лет уже. Какого-то он 1920 или 22 года. Работает он очень тяжело. И он приходит каждый день ко мне. Каждый раз ко мне он приходит. И я ему говорю, да продай ты всю эту ферму. Ну что ты, я не знаю, продай ее и отдыхай. Он говорит, а зачем? Я говорю, ну продай и поезжай на Гавайи. А он говорит, а что там делать на Гавайях? Как только я продам этих коров своих, я сразу же умру. Он говорит, у меня они в крови, я не могу без них жить. Я помню, спрашиваю, расскажи мне про свой день. Вот ты просыпаешься, во сколько ты просыпаешься? Он говорит, в 4 утра. Я говорю, как в 4 утра? Что делать в 4 утра? Он говорит, я пью кофе, сижу и думаю, что я сегодня буду делать. Потом я иду кормить коров. Он говорит, когда я их кормлю, они об меня трутся, как кошки. Я говорю, как? Я говорю, я хочу это увидеть. Так как я была сама дояркой 3 года или 4 года, когда я жила в Рыбинске, я сама обожаю все это. Я обожаю коров. Я помню, когда я заходила на ферму доить, они все вставали на свои места, потому что они приходили с поля. И они стояли и ждали, когда я зайду. Вот я заходила в ферму, и они все заходили и вставали на свои места. Просто это вообще такое чудо. Я до сих пор помню, говорю, они были просто как кошки и собаки. То есть единственное, что они ведут себя не так, как кошки и собаки. Но, ну и в общем, он мне рассказывает, как он кормит их, а что он делает. И вообще просто хочется посмотреть на американскую деревню, как говорится. Он такой приходит все время в шляпе, в ковбойской, он такой маленький. Руки у него обветрены, лицо у него обветрено. Ну, в общем, он всю жизнь работает. И я ему говорю, вот твои внуки, дети, говорю, они тебе помогают? Он говорит, да, они помогают так же, как ты. Ну, то есть я-то ему никто. И он говорит, они такое же участие принимают в помощи, как и ты. Я говорю, а ты не думал о том, что ты вот сейчас вот все это делаешь, а потом, если ты уйдешь из этой жизни, они все это продадут. Он говорит, я знаю, они все продадут, они только этого и ждут. Но именно я это не продам. Ну, в общем, вот сейчас вы его увидите. Короче, сейчас я выключаю, и вот, когда приеду, включу опять. Вот я приехала, вот уже и тюки, и дерево в апельсинах, и вот наш мистер Джонс с собачками. Вот он, миленький наш, сидит, уже меня поджидает. Hello, Mr. Jones. How are you doing? Good. Come on around the other side. All right, I come to you. Так, он поедет мне показывать свои поля. Моя машина стоит. Ой, тут еще одна. О, май гад. What is that? What is that? Окей. You was waiting for me. Yeah, I about to give you up. Okay, I was a little bit late. Because I was looking for it. Hello, hello. What's going on today? Going to feed some cows. You ain't seen that lady before, have you? That's it's paparazzi. Oh. Yeah. She's my bank personnel. She just asked me to take care of my money. Yeah. I am his banker. You need several to take care of all your money. Yeah, I sure as hell do. I hear you got nothing but a wet mule. Yeah, I sure have. I guess you knew Jimmy Gibson passed away, didn't you? Who? Jimmy Gibson that worked for Clark and Hurt. No, I didn't. Yeah, they're gonna have his viewing over there. Кто-то умер. Он ему сообщил, что кто-то умер. Tonight at 6, and then the funeral is gonna be at our church tomorrow at 11. 11. Old Jimmy. Yeah. Well, I declare. Boy, they're dropping out on the thing. Richard, that picture that I left up at the church. Это маленький бульдожик. And myself. See if you can locate it for me. You left it? Yeah, I left it sitting up front. Мы едем кормить коров. Вон собачка легла на мою ногу здесь, тепленькая, и спит. Короче, эти собаки все время с ним ездят кормить коров. И вот мы едем на его поля, как я сказала. И будем смотреть, как он кормит коров.
все это мне очень интересно. Обожаю все это. Вообще я всегда любила деревни. So how are you doing today, Mr. Jones? I'm doing alright. Doing okay? What time you woke up? Well, I get up early. I got up about 4 to 5. Yeah, 4 o'clock. What do you do 4 o'clock? Well, I have coffee to drink. I'm a coffee fiend. You like coffee? It's okay. Not very much. Not much, huh? No. What drink do you like? Water. Huh? Water. Vodka? No, not vodka. Water. Water, yeah. Water, yeah, okay. Vodka, it's okay too, sometimes, right? No, I don't drink. No, okay. Never drank. Mr. Jones, how old are you? Huh? How old are you? When you was born? 1924. Oh, 1924. 1924. About 30? Huh? Well, that made me about 30 years old? Yeah, 31. I say. Yeah, it's still very early. 8 o'clock. How long have you been with the bank? With the bank I am 1 year and a half. 1 year? Yeah, 1.5 years. 1.5 years. Yeah. I always make sure everything okay in your account. Uh-huh. Remember how it was happened, right? Yeah. People take your money from your account. That's not good. So, do you have names for your cows or no? Huh? Do you have a names for your cows? Name? Yeah. I got, one or two of them. That's it? Huh? And the rest of it doesn't have names? I don't name them all. Too many of them. Oh, okay. So every day you drive like that to feed your cows? Just about. Oh, wow. It's about 11 miles out here. Yeah. Вот он, как мне сейчас сказал, у него 52 acre. Или акра, 52 акра земли, то есть это очень-очень огромное поле. Он даже арендует кому-то часть какую-то. И вот... So, have you been in Russia before? Huh? Have you been in Russia? No. No. Do you know anybody from Russia? No, nobody but you. Only me? Only you. So, it's nice... No, when I was in the service, I went to the South Pacific, Philippine Islands. Uh-huh. I didn't go to a European theater. I was scheduled to go over there, but I got my leg hurt and I had to go in the hospital. And when I got out of the hospital, the outfit I supposed to ship to Germany with went off and left me. Okay. How long you was in service? 18 months. Only? 18 months. Wow. That's long enough. Yeah. Вот такой вот нас мистер Джонс. What is that here? Huh? What is here? Just something to eat, crackers and cheese. Oh, it's for you, right? Okay. Son goes with a girl was adopted from Russia. Oh, really? Yeah, she's an adopted girl. Его сына удочерил девочку из России. So how this girl? Very good, smart. Huh? How the girl? No, I heard that kids from Russia very very smart. Okay, ответа нет. Правда, не слышит, он просто не слышит. Говорит очень громко. Его по
поля с коровами находятся 12 миль от его дома. Если бы я знала, я бы вообще в 6 утра приехала. Теперь мы будем ехать на маленькой скорости, на такой, 12 миль. А я Саша с Наташей обещала, что приду через час. Oh my God. Окей. Вот вроде там какие-то тоже он видит их, свои коровы. Он говорит, что он сигналит им из машины, и они к нему бегут. This ain't where I normally feed them, but evidently they're all over here. So you wanna, you gonna horn them? Hmm? You wanna make a signal for them? I'm going in there where they are. No, сиди. И они каждый день с ним катаются. Он говорит, ой, они... Why? Вот он пошел открывать калитку. Вот это все эти леса, это все его. Это все его, вот эти 52 акра земли. Говорит, забирайся в машину опять. Не надо сейчас было выходить. А я не поняла, что мы и делаем. Надо же все открыть. Вот мы въехали в его владение. So that's your properties. No, I got it leased. What, where your property? We'll go there later on. Oh, we're gonna go later. Oh, this is bull. Yeah, there's one bull in here. Oh, that's your boy, huh? Вот он им сигналит. А он и не он его настолько знает, что он даже и не уходит еще. Он какой стоит. Oh my God, look at him. It's very rude. О, бул! Ой, они начинают мычать. Приехал папа. Count these cows, ought to be about 10. See how many you can count. Yeah. Oh, they're so beautiful. Look at them, like a girl. You can tell it's a girl. Вон, бегут сзади. Look at them, they're eating from right from there. Man, how many did you come up with? Did you count them? Huh? Did you count them? Did I what? Count them. What does that mean? How many head there is? Don't you know what count means? No. You count something. One, two. Oh, three. Count. Yeah. No, I didn't count them yet. Yeah, but why you make them run behind you? Why don't you stay and they can eat? I want to get them away from here a little way. Oh, they're running behind. Come on! What did you say to them? Huh? What do you say? I just call them. What do you say? Just tell them to come on. Oh, come on, okay. I don't like to feed them over here. It's too near the road over there, you know? Yeah. Come on! Так и смотрит прям на меня. Come on! So they like hay better than fresh grass? Well, there ain't that much grass over here. Он говорит, здесь не больно много и травы, чтобы здесь им есть. Вот такой вот американец мистер Джонс. Окей. Короче, посадил меня сзади. Сзади здесь на машине, на этой фигне. Буду сейчас сидеть, он поедет, а я буду
ехать, а они будут идти за мной. Ой, собачка-то. Ой, Мили. Так классно. Ой, господи, меня-то хоть бы не съели. Ой, собачка-то здесь со мной сидит. Он тоже стоит. Мы такие бегут, бегут, бегом, бегом, бегом. О, сижу. Ногами трясу. Ой, как же здорово вообще. Так сеном пахнет. Пахнет, как там, хорошо в краю родном, пахнет сеном. И гав-гав, собают собаки, лают собаки под окном. Ой, собачка-то меня лижет. Сейчас покажу. Она меня лижет. Собачка. Это мы так едем. So why we started to pull the bell of hay off? That's so good. That ain't no good. Why? They pull that bell of hay off. Oh, okay. Говорит, забрали фигню, а я не увидела, что все упало. Он говорит, это не, это говорит, плохо, что они это все взяли. О, сейчас едем отнимать. Вы что, девки, украли тут сено у меня, я и не вижу. Хорошо, он увидел. Ой, собака-то лежит у меня. А сейчас вам даст хозяин. По первое число вставит. What did you let him pull the hay off for? I even didn't see. Get a hold of it and help me get it out. Come on, hop off. Okay. Grab the string, pick up on it. Okay. Good I didn't see. Now get your butt back over there and we'll move on some more. There? So I won't get them way on down yonder. Okay, take this, the dog. What you need to do every now and then, honey, is just take a dog. Off. Take a dog. Huh? That's all right about the dog. Every now and then just throw off a little bit like that. What do you want me to do? I said every now and then throw off a little bit like that. I didn't know that I have to do that. And you they'll didn't... follow you. Okay. Okay. So I'm going to sit here or where? Yeah, sit okay. Right back there. Oh, собачка. Come on, sit back there. Okay. Does that give you room enough? You got room enough? Yeah, it's okay. С ума сойти. Ой, такие коровы вообще красивые, чистые, толстые, боже. Конечно, вот в Рыбинске, когда я была, у нас такие, не такие были какие-то. А эти прям блестят, как собаки такие домашние. Сказали вам кидать. Буду кидать вам. Оказывается, надо было мне кидать, а я еду вот. Ой, не могу. Вот за 14 лет в Америке такого у меня еще не было, конечно. Вот это самое сильное. Бежит, прямо не отстает. Те уже такие отстают, а это не отстает. They don't put off too much now. They won't follow you. They'll stay there and eat that. Boom! Look how much I put there, and they just running. They put off, put a bit. You just want to get a little tiny bit, about like that. That's it? That's all you need to throw off. Okay. Put off too much. See, they'll stay there and eat that instead of following the truck. Oh. See what I mean? So I need a little bit. Just a little bit. So okay, I know now. Какие девки вы красивые-то. С ресницами. А вот это, где у нас Булта? Собачка-то моя подружка тоже бежит сзади машины. Это вот он все сигналит им, чтобы они слышали его по всему лесу. А собачка-то моя. Thank you.
А вон какие тут леса, поля. Ну, это вообще просто наглое. Мы вот и опять ждем, когда они опять добегут до нас. Дальше поедем. Теперь я поеду за на машине, а он будет сидеть их и кормить, потому что я чего-то делаю неправильно. What that mean? Okay. I don't know how to do it. I don't know what you. What do you think of this deal? I love it. I love it. Come on! That's your friends. Huh? This is your friends, your company, right? Yeah. Yeah, yeah. That's what you love to do all your life. Well, I started messing with them when I was about 5 years old. Oh, wow. С пяти лет он начал. Get up and put it in drive and just ease along. Okay, I'm gonna ride. I'm gonna give you free ride. Yeah. Okay. So we can go? Ready to go. Okay. Just put it in drive and ease along. All right. Ой. Ой, знаю ли хоть я так как водить-то, тут что-то вообще непонятно. Так. О, я еду, а он там кричит сзади что-то. Короче, я и поехала так быстро, что дяденька у меня чуть не свалился. Он мне сказал, что надо просто перевести рычаг на драйв. I'm gonna tell them people at the back that you're a piss poor truck driver. I know, I told them that.